Итак, на Ладоге мы собираем съедобные моллюски. Кто это такие, мы пока еще не знаем, но мясо очень вкусное. И они ползают по дну. Вот здесь видно след, как она проползает и поворачивает. И вот мы ее поднимаем, и видно, что она абсолютно живая и съедобная. То есть они умудряются вот на этом ползти по песку. Как они это делают, как их не сносят, загадка. Вот основной способ найти, видите, вот такой вот след. И сразу видно раковину, потому что сама раковина, она подливается. В общем, мы наловили ладожских мидий. Они на вкус, ну это не мидии, ну под вид. На вкус они гораздо вкуснее, чем озерные, которые мы обычно ловим на Корейском перешейке. Я бы сказал, на вкус больше похожи к той, которую мы нашли в лесном озере в Вепском лесу в Харгинчах. Она имеет характерный запах именно морепродукта и привкус морепродукта. Я уже мальчишку пробовал. Что мне нужно убирать? У нее мы убрали кишечник, я ее промыл еще, песок в песке. Немножко посолил, и сейчас будем пробовать. Это очень вкусно. Ну. Вкус детства, вкус мидии. Очень вкусно. Это реально вкусно, я не знаю почему. Вот не хотят. Это вкусно. Это шашлык из мидии. Фантастика. Я ему не верю.